прошлом году мы основали маленький проект в сотрудничестве с English Club, Art English Club. Мы учим детей рисовать с практикой английского языка. И по истечению времени я познакомилась с ребятами с Надеждой, и мы решили, что почему бы нам два проекта не совместить. Ребята из Надежды нам подготовили рисунок, эскиз непосредственно этого дерева, которое мы сейчас рисуем. И наши ребята English Club, имея практику рисования, хотели ребятам помочь воплотить их идею в жизнь своими руками. У нас сегодня произошел такой маленький проект снежности и Art English Club. Мы собрали подписи благодаря жильцам этого дома о том, что они не имеют ничего против того, чтобы мы разрисовали подъезд. Дети получили опыт в разрисовке своих идей. А нежность у нас получила опыт выражения своих идей, дарить свои идеи нашему городу. Пока у нас тепло, в следующую субботу мы будем разрисовывать еще один подъезд. Наш подъезд прошлого года уже разрисованный, есть Погорняков 35-й подъезд. И мы надеемся, что максимально до конца этой осени и начала зимы мы попробуем разукрасить наш мир намного больше, чем сейчас. Мы рисуем. Сначала проект, а потом начинается на большом формате. И мы рисуем пейзаж, небо, и соц, и груша, и кошка. Нам очень понравилось рисовать. И мы восхищаемся. И место Анастасии. Очень приятно работать. Мы приобщились к такому вот мероприятию, как сейчас проходит, разрисовка подъезда, и это очень классно и очень позитивно было все. То есть, и это очень классно вписывается в наш город. Мне нравится срисовать с Настей.